какой у меня вечный огонь. Решила сегодня сделать на обед рыбу на мангале. В общем, такой у меня героический сегодня поступок. Первый раз решила попробовать разжечь сама камин и приготовить, ну, мангал, и приготовить рыбку на обед. Вот, сейчас я знаю, что там я положила по старинке пару бревнышек у меня было, ну, таких веточек, вот, и насыпала угля. Так что сейчас оно немножко перегорит, я его залью и туда положу рыбку. А картошку так пока положила, чтобы она томилась. Температура у меня приближается к 300 градусов. Сейчас я посмотрю, что тут происходит. Так, у меня сегодня рыба-окунь. Дорада. Картошечка. И вот сейчас положу, буду перчик ложить по бокам, чтобы он потихоньку доходил. Сейчас немного рыбу еще полью лимончиком. Да, была температура побольше, я ее, наверное, сильно загасила. Ну, я думаю, мне простительно. Перевернула я рыбку, немножко она у меня подгорела. Видимо, в тот период, когда разжегся огонь. Вот в чем разница между углем и веточками. Натуральное дерево, оно как костер сразу получается. А уголь, он дает именно жар хороший. Так, буду знать. В Америке в основном все готовят вот на таких вот грилишницах. Вот сейчас я еще полью с другой стороны. Готовят все на грилишницах в основном. Нету такого понятия, как у нас там мангалы, там все вот это. Такие всякие печки есть, тандыры. Вот. Ну, в основном такие вот грилишницы и перевозные. Они их берут везде с собой в парке. Вот, чтобы удобно было. Очень классно, кстати, готовится. Не знаю, она такая штука недорогая, вот это абсолютно, но очень она классно готовит, температуру держит отлично. Сколько мы готовили, очень-очень вкусненько. Вот. Сейчас помазала ее, полила. Готовься. Прошло минут 10. Я старалась все время контролировать, так как рыба готовится очень быстро. Но так как у меня температура не очень высокая, то я ее томила. Вот, рыбка такая уже красивенькая. А, горячо. Картошка вроде бы готова. Ну, перец, понятно. Все, последний раз поливаю лимончиком. А, так выглядит мой дебют на мангале. Вроде бы все готовое. Если вы тоже садитесь кушать, вам приятного аппетита!